Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим вкусные овсяно-арахисовые хрустящие печенье. Или можно сказать крекеры. Их можно приготовить как сладкие, так и соленые. Очень просто, быстро, вкусно. И для начала мы берем наши овсяные хлопья, обычные, долгой варки, и заливаем стаканом горячей воды. Оставляем набухать. Пока наша овсянка готовится, включаем духовку, чтобы она разогревалась, и на сковороде я обжариваю арахис. Можно, кстати, это делать и в духовке. Арахисовая паста, банан, молоко кокосовое, соль, подсластитель, и теперь все измельчаем. А теперь мы добавляем наш обжаренный рубленый арахис. У меня арахис крупный, поэтому я его порубила. В принципе, если он мелкий, то можно целиком. И можно даже больше по весу брать. Можно еще добавить какие-то семечки. Тут уже кто как любит. Добавляем овсянку. Прежде сливаем воду. Обязательно, если у вас осталось, как и у меня, лишняя вода, то ее сливаем через сито. А затем все перемешиваем с нашей банановой смесью и выкладываем на противень. И тут, чем тоньше вы выкладываете, тем более хрустящие у вас получатся ваши печеньки-крекеры. Можно делать как сладкие их, так и соленые. Если вы хотите послаще, значит, добавляете подсластителя послаще, но, в принципе, 2 грамм его достаточно. Не хотите делать сладкие, можете вообще убрать банан, и вместо банана, как я напишу под видео, сделать арахисовую пасту и кокосовое молоко, добавить побольше соли, и получится очень вкусные соленые крекеры. Вообще желательно, чтобы они были более хрустящие, обжарить их с 2 сторон. Перевернули и еще обжарили. И получаются, ну, просто очень классные такие печенюшки. И с какао, к чаю, кто как любит, с чем выпить. И просто солененькими похрустеть. Вам приятного аппетита, а мне класс!